У Гомелі прайшоў вясновы конкурс прыгажосці «Каралева студэнцтва». За званне пераможцы змагаліся 10 студэнтак з усіх ВНУ Гомельскай вобласці. З падрабязнасцямі Вера Гамоля. Доўгачаканае для ўсіх мерапрыемства праходзіла ў цэнтры моды і прыгажосці «Хрустальная німфа». 10 удзельніц змагаліся за званне «Каралева студэнцтва» і магчымасць прадстаўляць нашу вобласць на рэспубліканскім конкурсе, які пройдзе ў Мінску. Сегодня будет одно из самых долгожданных событий весны в жизни студенчества – областной конкурс «Королева студенчества Гомельщины». В прошлом году этот конкурс не состоялся у нас по понятным причинам, по причинам эпидемиологического характера, поэтому в этом году он возродился, он немножечко трансформировался. Мы сегодня очень рады, что на базе нашего учреждения проходит такой красивый и масштабный областной этап. От лица организаторов хочу пожелать всем девочкам ярких эмоций, ну и, конечно же, победы. Хваляванне у дзяўчат за кулісамі, а ў зале бадзёрая група падтрымкі сяброў і аднакурснікаў. Дзяўчыны расказвалі аб сабе ў конкурсе візітовак, дэманстравалі свае творчыя здольнасці, а ў конкурсе аратарскага майстэрства прадставілі загадзя падрыхтаванае выступленне на тэму «Мой шлях у прафесію». Мне нравятся конкурсы на этом. Ты развиваешься, показываешь свои таланты, и это просто хорошая возможность показать себя, потому что в будущем это может выйти тебе каким-то плюсом. Пераможцей конкурсу «Королева студэнцтва Гомельшчыны 2021» стала Александра Дрывайла з Універсітэта Францыска Скарыны. Менавіта яна будзе прадставляць нашу вобласць на рэспубліканскім конкурсе. Вера Гамоля, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель».